Получить кредит наличными нет отбоя от желающих. Компании, работающие с услугой по выдаче криптовалютных кредитов, сообщают о задержках операций ввиду перенасыщенности заказов. Например, криптовалютная кредитная платформа SELT вынуждена даже временно приостановить рассмотрение новых запросов на кредит из-за требования на сумму свыше 1 миллиарда и 300 миллионов долларов. Однако в компании заявляют о том, что они успешно работают над решением вопроса. Платформа SELT работает по технологии автоматизированного залогового кредитования, когда в качестве залога для кредитов наличными используются запасы криптовалют участников платформы. Сейчас очередь на получение кредита превышает 60 тысяч человек.